Минздрав считает, что единственным противопоказанием к использованию вакцин против COVID-19 является наличие аллергической реакции на один из компонентов вакцины. С осторожностью к вакцинации нужно отнестись людям, которые принимают антикоагулянты и лекарства, ослабляющие иммунную систему. Почти месяц в Бендерах вакцинируют от COVID-19. 204 медработника сделали прививку Pfizer. Препаратом AstraZeneca привились тоже более 200 человек. В их числе доктор Андрей Горчак. В ноябре прошлого года он переболел коронавирусом. Была пневмония, температура, поражение легких. Такое течение болезни медики оценивают как средней степени тяжести. Как появилась возможность, как появилась у нас в республике вакцина в городе, я первый провакцинировался. И для того, чтобы не повторилась больше такая ситуация. Прошло уже больше 90 дней с момента моего выздоровления, и я захотел, чтобы у меня был иммунитет стойкий, и провакцинировался, чтобы больше не болеть. С момента вакцинации прошло уже почти 4 недели. Врач чувствует себя хорошо. Вскоре после укола была незначительная ответная реакция организма, рассказывает Андрей Горчак. На второй день появилась ломота в теле и поднялась температура до 37,8. Несмотря на это, я остался работать, мне это не помешало. Выпил жаропонижающие средства, и температура через какое-то время упала, и больше она не поднималась. Первую дозу препарата AstraZeneca доктор получил 30 марта. К концу мая Андрей Горчак сделает вторую прививку. Промежуток между дозами – 8 недель.